Сейчас мы рассмотрим переход на новый уровень сознания. Как выходить? Значит, вот написал пост. И мы начнем снизу. Что было написано? Для материалистов, которые на первом уровне сознания, для них важна материальная форма. Но мы помним, что материалисты находятся на нулевом уровне. Вот материя. Здесь энергия. То есть для закоренелого материалиста, какими бы он практиками энергетическими они обычно занимаются, не занимались, но в действии для них важна энергия. Для того, чтобы они перешли на новый уровень, то есть заниматься энергетическими практиками, освоив материальное, им нужно отказаться от приоритета материальных форм. Перейти на не только на понятие или смысл вот этих вот каких-то движений энергии внутренних, снаружи, а это в действии применять, в словах, понятиях, смыслах, в своих мыслях, закреплять это действие. То есть этот переход, следующий уровень. Это тонкая энергия. И здесь отношения. Эти два уровня всегда перетекают друг в друга, потому что здесь плотная энергия, здесь тонкая энергия. И люди, занимающиеся энергопрактиками, они поднимают свою ауру, состояние. И для них отношения являются вот той дилеммой, той проблемой, которую они должны пройти, сократив отношения. То есть вот это процесс, когда у человека поднимается энергетика, он занимается энергопрактиками, у него активизируются все отношения. И их надо сократить, перейти на информационный уровень. Для этих людей важна то, что, как говорят в современном сленге, информация. И вот здесь в действиях, в различных действиях человек должен понимать, что любые энергии двигаются мыслью, информацией. Куда она зовет, как она зовет. То есть в любом случае для этих людей, находящихся на уровне информационного развития, это уровень организатора. Как им подняться на следующий уровень? Это состояние. Это каузальный уровень. Это мировоззрение человека. Поэтому для того, чтобы подняться сюда, а вы все находитесь на каузальном уровне развития, для вас информация, энергия, материальные формы должны быть вторичными.
для того, чтобы вы удержались на этом уровне, каузальном уровне, уровне осознавания себя. То есть что здесь? Здесь переход на более на духовный план, на план развития души своей, развития в духе. То есть здесь все взращивают состояние осознанности себя. Как он происходит? Здесь уже мы много раз это пересматривали, вот там просто коротко написал, это нулевой переход, это состояние пустоты, как в практиках, это отказание, отказ от личностного я, вот этого внешнего я, который люди пытаются как-то себя показать вот этими внешними действиями, подавать правильную информацию, энергии какие-то там делать, практики. И внешне это все присутствует как инструмент, как использование. То есть людям, находящимся в основной массе своей на информационном приоритете, приоритете информации, им нужно в действиях удерживать состояние нейтрального доброжелательства, как у нас культивируется. То есть состояние нуля. Всегда выходить в некое состояние нулевое, когда что бы ни происходило, вы помните, одно состояние «я есть». То есть убираются любые попытки как-то бороться с чем-то, что происходило, происходит. Тем более в предположениях информация там в мыслях подается, что может быть. Вы есть, я есть. Значит, следующее состояние, то, которому, если вы хотите развиваться, вам надо стремиться, это сотворчество или состояние творчества. Состояние творчества, сотворчество с душой, то есть жизнь для души, в духе. То есть из нулевого состояния вы должны выходить не на приоритет какой-то информации, что это важно. Это вот когда мы говорим о реализации, о том, как создавать коллективы и тому подобное. Должно быть творчество не на основе информации, каких-то отношений, выстраивания энергии или материи, а должно быть состояние сотворчества с душой. То есть вот эти душевные, чувственные, высокие состояния должны быть главным. То есть переход на те действия, которые и обеспечивают эти высокие состояния. Да, не важно, что вы делаете, подаете информацию, занимаетесь какими-то практиками, что-то строите, делаете, шьете или работаете на работе. Для вас важно вот это высокое творческое эмоциональное состояние души вашей, душевное состояние. То есть у вас должно быть стремление сюда, а не как-то правильно подать, очень выстроить слова там грамотно, отношения устроить. Это все будет, сразу же будет, как только вы выходите на вот этот главный приоритет сотворчества со своей душой. Душевное, позитивное состояние. И подаете вы это состояние в окружающее пространство. И вот этот нулевой переход, как бы люди не развивались, и они здесь становятся в тупик. Потому что опять и опять звучит то, что в них заложено, вот это все внизу. Поэтому здесь нахождение ведущего в любом деле, где бы человек ни развивался, хоть в бизнесе, хоть в эзотерике, он находится в себе ведущего, наставника, указания которого он выполняет искренне, в полной мере.
Это сознательное подчинение. То есть тогда он сможет выйти на состояние сотворчества. Это условие обязательное. Как бы самость не взращивали люди. Да, здесь какой-то период, когда человек сам преодолевает, сам выбирает. Но после перехода, точнее в этом состоянии перехода, когда он приходит к неким состояниям, когда видит, что ему ничего вот это бытийное не помогает идти дальше. Почему люди многие в том же самом бизнесе, они останавливаются в развитии, начинают жалеть, расползаться, потому что они уже, у них самость настолько звучит, что выбрать в период, так сказать, взрослости своей ведущего очень тяжело, которому подчинишься. Вот. И это вот пять вот этих вот уровней сознания человека, когда он и выходит на реализацию своего предназначения. Дальше духовные чисто уровни идет, мы их не будем рассматривать. Ну вот оно. Тело, а голова всегда принадлежит эгрегору. Личностному высшему я, там, душе и так далее. Не важно. Здесь уже человек находится в состоянии единого. И здесь мы можем записать только одно. Единое. Для него все уже едино. Он един с душой, со своей. Он уже в видении. Дух пробужден этот высший. Мы уже разбирали эти сопоставления центров со сферами и так далее. То есть вот это вам надо знать. Находясь на каузальном уровне сознания, вы выходите в состояние нуля всегда. Перестаете как-либо что-либо вот здесь пытаться сделать, и из этого состояния только через творческое состояние, мы разбирали сейчас перед этим, на элементарно на бытовухе, когда творчество на уровне тела выражается в том, что вы, ну, просто начинаете перебирать вещи, по-другому их уложить как-то, придумываете, что-нибудь другое придумать, как-то по-другому провести время. А далее отношения выстраиваются творчески, информация какая-то новая перебирается, пересматривается. Но это именно те творческие состояния, которые не привязаны к прошлому, которые вы не делаете не так, как было до этого момента, когда вы прошли это нулевое состояние, успокоились. И вот здесь напоследок женская и мужская суть. Мужская суть — это у него янская структура, структура этого воина преодоления. И он как в мануальной терапии через напряжение, через сильное преодоление препятствий сможет получить расслабление, потому что он зажат. И мануалисты хорошо знают, что чтобы раскрыть какой-то блок, нужно создать напряжение еще больше, то есть скрутить, как бы говоря, допустим, мы все проходили мануалку, тогда человек сможет расслабиться. А у женщины другой процесс, ей нужно сразу же расслабиться, она иньская, и она может расслабиться, расплыться. Войдя в нулевое состояние, она может как раз и перейти в другое состояние. А мужчине придется
преодолевать через силу. Через мощное напряжение и ума в том числе. Когда ему, как говорят, как бы все, и море по колено, ничего не боится, он просто шагает, идет, бьется, скажем так, и преодолевает. А вам научиться получать удовольствие через расслабление, полное расслабление, релакс. Вот так вот. Ну что? Система ясна. Пост еще почитайте. Там и есть видео. Понятие. То есть, кому что нужно, кто на чем завис. Также, находясь на каузальном уровне сознания, вы иногда на чем-то зависаете. И тут двойной вариант работы. Первое – это войти в нулевое состояние, затем помнить, если вы, допустим, зависли, застряли на отношениях, на чем-то, для вас информация будет возможностью подняться, как бы вспомнить и так далее. Если вы зависли на телесной зависимости, материальной зависимости, независимости от денег, потому что зависимость от денег вот здесь, это информационный уровень, уровень организатора, интеллектуальный уровень, здесь деньги делаются. Но они чаще всего делаются не для развития себя в душе, вот то, что деньги тогда будут даваться и даются, когда человек начинает их применять, зарабатывать для развития, а не для получения материальных благ. Получение материальных благ – это просто не глядя, не думая. Есть возможность, приобрели хоть телесное удовольствие, хоть материальные блага. Но не для этого деньги нужно зарабатывать. То есть зависли на этом материальном уровне, вы увидели, что из-за этого у вас, скажем так, раздрай. Вам нужна энергия. То есть в любое состояние пришли, состояние творчества, но вам нужно применить энергопрактики. Для тех, кто застрял на отношениях, им не нужно энергопрактики делать. Они только пробудят опять это. Им нужно перейти на информацию. Для тех, кто застрял на информационном уровне, вот на мыслях и тому подобное, им надо удвоенное состояние нуля. Нулевое состояние, то есть вообще не думать, не действовать, не делать ничего. Ну а здесь, как говоря, застревания нет, здесь есть просто уже переход к развитию этих состояний в действии. Как проверить себя, на каком-то уровне застрял, как я только что сказал. А как вот перейти в удвоенное состояние нуля, если ты завис на мозгах и ты пытаешься мозгами перейти в состояние нуля? А кто завис на информационном? Люди достаточно умные, интеллектуальные, знающие. То есть раз, если ты поднялась сюда, и ты здесь действуешь, кто на чем зависает? Тот, на котором, на приоритете чего человек действует уже. Нужно своим умом понять, что любая информация, умный же человек, должна понимать все, любая и знать уже, информация вредна. Любые какие-то выстраивания, попытки отношений, каких-то энергий, там что-то накачивает, вредно. Что-то делать с каким-то обустройством материальным, создать себе какое-нибудь там удовольствие или комфорт, вредно. Нужно создать состояние нулевое. Ну, удвоенное состояние нуля, но это не умножается, это я просто говорю так, образно. Дольше, глубже погрузиться, дольше пробыть в этом состоянии. Отрешенности, погруженности, некое состояние пустоты, пустотности.
это вот эти глубокие медитации. Сейчас же ведь время информатика, многие поначитались и тому подобное, входят в эти состояния нулевые, занимаются этими практиками восточными или же западные, тоже дыхание там. И, а дальше что они начинают делать, все люди? Они опять начинают погружаться в приоритет информации, там, пытаться отношения выстраивать, энергию качать, материально что-то делать. А вот из этого состояния это все становится вообще вторичным. Нужно выходить в сотворчество с душой своей, в духе, действовать для развития общества, для развития себя в обществе, в коллективе, для развития коллектива через себя. То есть видеть себя в сотворчестве, здесь уже человек может только в команде с единомышленниками своими развиваться. А не один. Здесь, вот здесь либо я превращается в эго, окончательно консервативное я, либо в мы. И там, здесь сотворчество это только лишь в объединении. Опять же, с душой в духе и с единомышленниками. Элементарно вышла из этого состояния, тут же созвонилась своими единомышленниками. Давайте что-нибудь сотворим. Так. Ну что, еще есть вопрос? А наркотик, он действительно вот этот программный эго. Эго это наркотик. Надо избавляться. Вот так.